Привет всем, меня зовут Дмитрий. Мы сегодня будем с вами играть в Animal Revolt Battle Simulator. Коротко, ARBS. Давайте сразу нажимаем, короче, на настроечки. Аудио, общую громкость до 60 избавляем, потому что я уже оглох, пока сидел здесь, готовился к записи. Давно мы с тобой не виделись, и хочу сказать тебе, что мы еще не очень скоро увидимся, потому что это видео я решил, просто я прямо из последних сил, так сказать, говорю, давай, Дима, запиши видео, хоть какое-нибудь, в конце концов, но про тебя уже все забыли. Сажусь, записываю, вот, а следующее видео будет, я хуй его знает, когда будет оно, но... Как-то сейчас не очень удобно записывать, не очень получается у меня это все делать. Сейчас хочу заметить, время 6 часов утра. Я не знаю, как вообще я себя заставил сесть записывать. Я очень хотел лечь спать, но такой думаю, нет, Дмитрий, ты не ляжешь без чувства исполненного долга. Так что давай-ка мы с тобой попробуем нажать компанию. Руководство. Ну, начнем с руководства. Ух ты, ёб твою мать, 10 руководств. Это что за... Что за хуйня? А, это что тут такое за летательный корабль космический, что аж 10 пунктов руководства требуется? Нажмите кнопку начала, чтобы начать битву. Щелкните левой кнопкой мышки на гриле, чтобы выбрать его. На каком гриле, блядь, горилле? Щелкните правой мышкой на флаге, чтобы горилла пошла к нему. А давай... Ладно. Ну, я ведь... Начать надо нажать, что это? Серьезно? Такая она смешная. Да беги к флагу, ты ёлк-то... Молодец, горилла, конец, победа. Ну, в целом-то ясно, давай... Блять, не нажал еще раз на громкость. Громко очень. Выберите всех этих хорошо выглядящих мужчин, удерживая левую кнопку мыши и перетаскивая прямоугольник вокруг них. Один человек будет пытаться пройти мимо тяжелой деревянной доски, но вместе они смогут пробиться к флагу. Ой, так, какое-то странное здесь управление. Крутиться вот не могу почему-то. И ни на колесик, и ни на что не могу крутиться. Эй, куда он? Нельзя, да? А я не могу, у меня не получается. А потому что я не нажал же. Бежим, ребята, бежим. Бежим к флагу. Бежим, 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 бежим. Молодцы, давайте. Дотолкали, гляди-ка. Ну, чего вы как эти-то, еб твою мать. Конец. Конец, отлично. Так... Давай третий, посмотрим. А чему здесь нас научат с тобой? Ничему, я думаю, нас с тобой полезному не научат. Все эти бедные динозавры слепы и неподвижны. Выберите всех своих лучников и щелкните правой кнопкой мыши по динозаврам, чтобы сбить их. Удерживайте среднюю кнопку мыши, чтобы активировать замедленное движение. Ёп. Я удерживаю, кстати, замедленное движение. Видишь, они это самое... реально медленнее летело все. Тух-тух-тух-тух-тух-тух. Вот сейчас вот этого будем смотреть в замедленном действии. Может быть, даже на превьюшку вот это вот залеплю. Хотя не факт, ну потому что, просто потому что жалко этого динозаврика. А вот этого не очень. Вот это он выглядит даже не особо дружелюбным, поэтому почему бы и нет. Крутиться нельзя, елки-палки, кто придумал без кручения игру? Или можно, просто пока мы еще с тобой не доучились. Не, это уже на превьюшку никак не получится поставить, потому что тут вещи всего там так много, что ужас. Конец, победа. Ну естественно, а кто же сомневался, что мы победим с тобой? Никто не сомневался. Тогда давай водички попьем немножко, а то что-то я как-то за это самое заговорился. QVEASD. Короче, VAST и QE. QE он поднимает вверх-вниз. Ой, ёб твою мать, смотри-ка, ну.
Щелкните таб, чтобы разрешить поворот камеры с помощью мыши. В одном из этих заданий спрятана маленькая свинья. Найдите ее и прикажите ему ракетчику уничтожить. Ёб твою мать, какой ты злой, сука, собака такая. Вот оно как работает-то. Так, начало. Подожди, я тут по хрюканью понятно. Давай так угадаем. Где-то справа. О! Тут. Или тут. О, тут. Ну вот он наш, хороший ты мой, ну. Ну поднимись. Подожди, это не свинья, нифига. Какая-то странная свинья, полосатая вся. Подожди, так. Берем вот этого ракетчика. Берем таб. Ёпа-мать, смотри как, а. Разбомбили только что свинью, ну. Что это такое? Бедная свинка. Конец. Может, что еще интересного тут расскажешь? Слушай, пятый урок только, а так уже много всего интересного. Нажми кнопку в нижнем левом углу экрана, чтобы создать животных. Используйте кнопку прокрутки мыши, чтобы изменить ориентацию животного при его создании. В смысле, ориентацию... Ой, страшные какие. Ваш бюджет составляет $1000 США. Ограничение на количество животных 25. Это отображается красным в правом нижнем углу экрана. Предел стоимости косарь, предел счета 25. Спрятать, выберите единицы, древние человеки, современные люди. Давай что-то из древних человеков возьмем. Спартанский воин. А там кто у нас с тобой, а? Кто здесь внизу? Мужики сбитыми какие-то. Я что-то не особо понимаю, наверное, да, что это такое? Кто это такие? Что за люди-то? Вот так. Вот такого на превьюшку вылеплю. Чтоб точно все знали, что я тут не ерунду какой-то занимаюсь. Вот. Давай-ка мы с тобой вот что сделаем. А современные люди, кто у нас есть? А, это Сердитый Джо. Болд Билли. Так, Суицид Сью. Команда СБО. Скалистый. Кстати, тут можно, мне кажется, вот так вот поставить. Раз, два, три. Четыре. А, они по сотке же ведь. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Не, ерунда. Вот так. Не, даже какая-то ерунда получается. Давай вот такого же поставим посередине. И все, и будет он стоять и на них смотреть. Все? Все. А, вообще, по идее, вот эти вот товарищи, они должны разбомбить все. Начало. Тут как бы и разговор быть не могло, потому что ну, там ракетчики, они только в путь все в это... вынесли. Да. Так, ну может быть что-то реально в руководстве-то интересного будет? Потому что что-то прям вот мне прям нравится. Ох, ёпа-мать. Белый символ — это ваш аватар ФПС. Щелкните левой кнопкой мыши по нему и нажмите F, чтобы взять его под свой контроль. Используйте клавишу ВАЗ для перемещения. Соберите пистолет, боеприпасы, бить двух мужчин бейсбольными битами. С бейсбольными битами это все правильно было, да, ага. Ух, ёпт, смотри, какая красота. Бля, прикол, да, слушай. Вот это охуенно. Вот мне нравится, когда в таких играх имеется вот возможность... Да уйди. Да... Конец хочу нажать. Имеется возможность управлять этими персонажами, потому что, блядь, это так добавляет реалистичности, так добавляет свободы действий, что просто ужас. Shift, чтобы ходить, зажмите C, чтобы присесть. Спрятать начало, нажать F-ку. А, чтоб ходить, а зачем мне ходить-то? А мне это нужно вообще? Так я ж победил только что, да? Да. Подожди, там вот какой-то камушек торчит, я хочу поглядеть, что это. А это скала. Понял, понял, скала. Просто скала, конец. Все, так, восьмой урок. Мы с тобой уже 10 минут почти изучаем эту игру.
Возьмите под свой контроль давайте красных флагов на башню, чтобы победить. Вы можете с гранатомета разрушить башню. Договорились, башню сейчас разрушим. А, так вот это и есть гранатомет, да? Прикольно. Я добрался. Под ноги себе бросил. Так, 9-й уже. Смотри, как быстро пошло все. Так а что нужно сделать-то? Это я могу набрать оружие? Ой-о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 й
Ответь, за мной бегают свиньи. Какой экшон, ты гляди-ка, ну. Еще бы чувствительность поменьше была, вообще было бы отлично. А сколько мне надо убить-то их? Ёб твою мать. Они же там спавнятся бесконечно, что делать-то? А, все, больше не спавнится. Какие вы громкие собаки такие, а? Все. Не, не все, смотри-ка. Вот теперь все. Молодец, Дима говорит. Я говорю, я точнее и... Иду дальше, в 10-е испытание. Скорее всего, это будет какой-то бой с боссом. Угу. У этого бедного маленького бегемота нет шансов противостоять кучке разъяренных людей с бейсбольными битами. Прикрепите к бегемоту оружие, чтобы помочь ему в бою. Это звучит, блин, отлично, я хочу сказать. Оружие. Пулемет и ракетная установка. Короче, ракетная установка у него будет на жопе. Вот так вот. Стоять будет у него ракетная установка. Вот так она у него будет стоять. Вот. А пулемет будет вот тут. Вот тебе и здрасте. А можно вот это вот? А, можно. На превьюшку. Я задом наперед пулемет, по-моему, поставил, да? Ну и хер на него, пусть стреляет взад. А, нет, не хер с ним. Так, убираем пулемет, разворачиваем его. Да что такое-то, ёб твою мать, как повернуться-то? Вот так. Повернуться. Неудобно здесь немножко управление. Можно было поворот не на таб сделать, а на вот эти вот, как раз на куе, а плюс-минус, вообще вниз-вверх на shift с катерылом. А он как бы никому никогда не мешал. Так, ладненько. Поехали. Это животное не может контролироваться от первого или третьего лица. А почему? Я бы хотел его контролировать, чтобы, блин, ну не знаю, как-то помочь ему, что ли. Ну, собственно, погнали в сюжет. Человеческое, это самое, спасение какое-то там, да, или что это было? Микрофон-то я включил хотя бы, я уже просто это, даже ни в чем не сомневаюсь. Помните, что вы можете управлять движение своих юнитов с помощью мышки. Да, я помню, выберите единицу. Так, у нас здесь рыцари. Древние человеки, естественно, лучники. Лучники, у них щиты, конечно, есть, но... Лучники по червонцу, а я могу их 25 поставить. И подальше. Вот так могу сделать. И все.
А зачем вы туда пошли-то? Высекай, ёб твою мать, высекай! Сейчас нас нахерачат, да? В спину стреляй! Один остался, убейте вы его, ёб вашу мать! Вы серьезно? Я даже не удивился, если бы он сейчас один всех победил бы. Знаешь почему? Потому что в таких играх нет какой-то логики. Здесь все происходит чисто на рандоме. Жирафы, слоны и бегемоты — вот наши враги на сегодня. Я так понимаю, да? Да, нифига себе, сейчас на ход пойдем. Слушай, тут древний человек, и единственный, кто рулит из всех вот этих вот граждан. Короче, можно вперед пустить. Вот этих вот шестерых человеков. А вот сюда. Етить, колотить. И больше не хватает, да? Ну и ладно. Я так понимаю, вообще никто не может контролироваться. Мне чисто показали, что это такое возможно в этой игре, но... Делать это могут не только лишь все, мало кто может это делать. Так, два носорога осталось, мне всадить их. О! Это молодцы. Я смотрю, стрелы в моем мужике ходят, да, там? Если посмотреть повнимательнее. Вот тут вот. Вот у этого мужика напихались стрел. Но он типа как ни в чем не бывало, ему даже для осанки полезно, что ли. И он такой ходит, такой, ему хорошо. Просто чувак, вот, не знаю. Он познал жизнь. Правильно, так, конец. Мы с тобой нажимаем на конец, нажимаем черви. Какие-то черви, что ли, или бревна. Ой, или это бревна какие-то. Кто это? Что это? Это муравьи. Это скорпион. Это тоже муравьи. Неужели такие звери большие страшные были раньше? Не может быть такого. Древние человеки, создатель агрегат. Тут вообще не поймешь чего. Гусарский. Я знаю, что такое гусарский, но это непонятно, что за гусарский. Так, это не тот гусарский, о котором я хотел сказать. 12, 300 монет у меня есть. Короче, поставим вот так вот. А сзади поставим... лучников. Начало. Нихуя себе, как они умирают быстро. Я именно про своих. А, они не умирают, они просто завалились. Вот они, червяки-то, вот они. Я же говорил, что они там есть. То есть вот такая вот подстава может случиться, да? Сначала мне сказали, что вот у тебя всего лишь навсего три муравья и один скорпион. Ты такой, о, я сейчас их победю, и вот тебе ставишь трех рыцарей этих там, да, а там вот берут из кирпичей, из камней, из этих вылезают огромная куча червей. Мать твою за ногу, смотри, а. Там сражение на жизнь, а на смерть идет. Угандошьте этого червяка. Молодцы. Просто прям невероятные молодцы. Так, что у нас еще то идет? Динозавры, твою же налево-то. Ну, тут Змей Горыныч, блять, мы Змей Горыныч по-любому должны сегодня пройти. Мы сегодня с тобой по-любому должны Змей Горыныч пройти. Если мы в полчаса уложимся, то вообще отлично будет. Предел стоимости 400, так, это тут динозаврики. Ну, то вылезать особо неоткуда, поэтому, скорее всего, это будут все динозавры. Древние человеки. И давай попробуем вот этих вот поставить. А этих чисто по приколу вот сюда. Да? Да. Эти помогают, эти отвлекают. А так как они долго достаточно живут, я так предполагаю, вот эти гусары. Ух, мать твою, блядь, как долго они живут. Блядь, динозавр какой злой, ну. У меня вся спина в колючку, как ты его кусаешь-то? Что происходит? Каша какая-то. Ты представляешь, динозавр просто взял и кинул этого коня. Конь просто, блядь, в шоке был, он улетел только так. Так, еще динозавры, но это уже эти. Это те, которые добрые. А, нихуя себе добрые, там еще и крокодилы.
Не знаю, мне вот эти вот динозавры всегда с добрыми динозаврами ассоциировались. Наверное, из-за мультика, который я тогда в детстве смотрел. Ну, ты помнишь, тоже наверняка показывали, про как он назывался. Забыл, короче, как назывался. Старый, блин, еще мультик такой прям. Тоже что-то про динозавров там было. Так, древние человеки мы выбираем, спартанские войны. Ну, спартанские войны как бы они не особо сильно были рассчитаны на то, чтобы драться с динозаврами. Они, конечно, не совсем в эпоху в одинаковую жили, но... Но в целом лучник вывозит все. Вот этот дурачок тоже, наверное, все вывозит. Вот эти хуи, они низкие. То есть гусар, вот этот, он вообще ни к чему. Тевтонский рыцарь. Раз, два, три. Раз, два, раз, два. Ну, блядь, поползи вниз-то. Три. Короче, на каждого, на каждый ряд по одному тевтонскому рыцарю. И вот так вот лучников расставлю. Ну, а почему нет? Ну, блядь, лучники у нас здесь сейчас вывозят все только так. Знаешь, что надо сделать? Это надо было раньше делать. Вы ебачи, что ли, в конце концов, ребят? Ну, ебачи. Я нажал стрелять в этого динозавра, а он... А они решили, короче, не стрелять в динозавра, а стрелять по всем тоже. Проиграли, смотри-ка, ну, лучники не вывозят, получается. Смотри, короче, количество мы будем вывозить. А, нет, смотри, количество мы не вывезем, знаешь почему? Потому что у нас кончилось количество. Предел счета 30. А, у нас 28. Да и все, на один хуй, как бы два человека не спасут. Смотри. Начало. Блять, опять они во все стороны стреляют. Пали ты в этого динозавра сраного, ёб твою мать. Давай, давай, давай. Ёб твою мать. И динозавры все живые, и все живые. Этот дрочит, он сидит, смотри. Рука отшелавливая, затоптали его, ну. Чем-то в меня бросили сейчас. Ёб твою налево. Как некрасиво получилось. Давай тебя вот так вот сфоткаю, типа, как будто бы так и надо. Хуй с тобой. Так, конец. Явная стратегия хреновая. Удалять. Ставим мы с тобой. Гусар. И смотрим, как они справляются со своей задачей. Хуёво, я понял уже. Ну нет, ну в целом-то они, знаешь, они хотя бы это самое. Они хотя бы подороже, значит, у них выносливость чуть побольше. Да тут есть кони, пока крокодилы на коне отвлекаются, там... Борьба идет пиками точеными с крокодилами, с этими. Знаешь, как будто бы даже что-то получается. Не факт, конечно, получится, но что-то получается. Смотри, он там до сих пор терроризирует. Да, улетел. А ты откуда бежишь, дурик? Этот не может, этот не может. Не, проиграли. С очень большим отставанием. Смотри. Если мне говорят, что ты не сможешь таким образом ничего сделать, нам нужен. Вот такой вот набор персонала. Начало. Просто двух динозавров вынесли в первую секунду. Крокодули, они как бы, блин, смертные, они гораздо слабее динозавров. Мы тупо умирали из-за того, что... Мы тупо проигрывали из-за того, что динозавры выносили всех.
динозавры отвлекали большую часть военных сил, понимаешь? А здесь получается, ты как просто вот взяли, вот и все. Какой-то колючий динозавр сейчас опять. Что это со змеями? Слушай, я уже просек. О, современные люди. А современные люди, мне кажется, вообще не особо как бы рассчитаны на битву с динозаврами. Со змеями, может быть. Романус, давай вот так вот. Уяк-уяк. А там еще и бегемоты, ёб твою мать. Современные человеки, пожалуйста. Все. Теперь точно все. Мне полтора доллара некуда потратить. Ой! Змеи как бросаются-то. Нифига там красная змеюка какая, ну. Ты гляди, она реально какая огромная. Где она хоть, ёпта мать, есть-то? Как ее убить? Это же огромная кобра. Почему она жива до сих пор? Че взрывается? Убейте вы ее! О, она за текстуру ушла, не ушла. Это что, мы победили, получается? Нифига себе. Так, голожопый победил. Пьяный, наверное, ну. Но пьяный, поэтому победил, как бы, знаешь, алкоголь, он самое, страх-то убирает чуть-чуть. Все, смог выйти из змеи, блядь. Да выйди ты уже, ну, отстань от нее. Пули лежат, точнее, гильзы от пуль. Вот это тоже на превьюшку можно залепить. Победа, победа. Вот так вот, херак, и все, конец. Что у нас там с тобой по записи-то, ёб твою мать, за 10 минут мы с тобой не управились. Ну ладно, мы с тобой все равно сейчас это все сделаем. Я повырезаю, может быть, хотя ничего, я вырезать не буду еще, буду вырезать что-то. Самое интересное вырежу опять. Так, какие страшные и странные гориллы с молотками. Так, ну Романиан, я поставлю Роман... Ромки. Ромки будут стоять вот тут. Знаешь почему? Блядь. Знаешь почему? Потому что они вот так вот делают. Они делают все как надо. Ты ебанулся, что? Как, почему ты крутанул-то их? Вот и все. А сзади... сзади будут стоять современные люди. Анька с арбалетом будет стоять. Предел счет. Так, 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 так. Все. Аньки с арбалетами будут так стрелять. Я и тут не могу. Это животное не может контролироваться от третьего первого лица. Это они с арбалетами стреляют, ты гляди, ну. Я понял, кто это так, кто взрывал. Белые медведи на велосипеде. Мы сейчас... А чем они провинились? Помните, что вы можете управлять движением. Я понял, что я же движение могу управлять, только стрелять не могу особо указывать, куда. Хотя, нет, когда ты указываешь на... противника, он как бы вроде туда стреляет. А если ты указываешь на местность, он туда идет. Хер его знает. Стоимость 70, предел счет 35. А что тут делать-то? Тут вот надо взять, да. Серьезно? Самая абсурдная битва будет сейчас. Это даже битвой не назовешь, они просто умирают. А какая польза от этих персонажей, скажите мне, пожалуйста. Покормить белых медведей? Подожди, тут вот даже кто-то упал.
упал и лежит. Как жаль, что я проиграла. Конец. Ладно. Удалять. Ну давай вот так вот поставим. У меня денег больше нет. Что-то с битами они тоже не особо справляются. Что-то прям даже если справляются, то очень плохо. Нежизнеспособная какая-то песня. Я проиграл, я понял уже, что я проиграл. Так, давай заблокируем табом эту перемещение мышки. И возьмем древних человеков. Вот можно взять, попробовать 70... Ой, 7 штук. Можно попробовать... Вот так. Ты даже хер знает, что лучше-то. Вот и все. Короче, я придумал. Знаешь, как надо делать? Вот так. Сколько стоит 25? Дорого. Древние человеки, арчи-лучник. Где тут современный человек? Трускоул. Тут, короче, будет заключаться вся ерунда в том, что они будут бегать какое-то определенное время. А вот эти будут в них стрелять. Ну, очень маленькое количество времени они будут бегать, я так понимаю, да? Они всех, блядь, сожрали только так. Обидно, досадно, но ладно. А как тут быть тогда вообще? Можно попробовать поставить семерых вот этих вот романусов. Круто! Самое главное правильно распределить свои производственные мощности. Просто кинули в маленького медведя все свои копья, блядь. Просто умно. Умно, блядь, просто вообще даже не обсуждается. Я вообще тогда не понимаю, как это работает. Можно попробовать. Вот с этой стороны. Запустить вот так. Вот так запустить. И деньги кончились, я понял. Да нихера так нельзя запустить. Так запустить, так запустить. Так запустить. И из современных людей троих вот этих дурачков. Четверых. Понял. И эти мертвые сразу же. Все мертвые сразу же. Если у нас с тобой так плохо все получается, пойдем сейчас в песочницу сходим. Построим, как это называется, новый мир. И попробуем... Да, подожди, я как-то так сел неправильно. И попробуем просто сделать что-то такое, знаешь, что-то такое, чтобы никому бы в голову не пришло. На самом деле мы все знаем, что всем бы это пришло в голову. Начало. Выберите единицы. Ебать. Ору, строите пейзаж. А можно просто нет, типа...
Ой, да тут, блядь, думать пока будешь 100 лет пройдет. Ну серьезно. Короче, мы на этом, наверное, заканчиваем лучше. И встретимся с вами. Вы пишите в комментариях обязательно, нравится ли вам такая такие игрушки или нет. Мы с вами будем играться. А если нравится, пишите в комментариях, что делать, что не делать, какие игрушки еще можете посоветовать. Если не нравится, то пишите предложения свои в комментарии. Естественно, какие вам нравятся игрушки, будем играть в те игрушки, которые нравятся вам. Может быть, даже найдем из тех, которые нравятся вам, которые нравятся мне, и будем играть именно в них. Спасибо большое за просмотр. Ставьте обязательно комментарии, пишите лайки, увидимся. Подписывайтесь, ну, короче, естественно, подпишись на канал, потому что, ну, блядь, как так-то смотришь и не подписываешься. И увидимся. Скоро увидимся, наверное. Всем пока.